Друзья, всем привет! Меня зовут Денис Викулов, и мы сейчас с вами на строительной площадке. Как всем известно, в последнее время в Иркутско-сельском районе большие проблемы с подключением. Подключение обещают уже чуть ли не к 2029 году. Здесь, именно на этой площадке, есть мощности по электричеству 15 киловатт. Точно так же здесь есть центральная вода, здесь есть центральная канализация, и мы готовы начать строительство прямо сейчас. Итак, все участки размечены, дороги сделаны. Здесь на каждом участке произведена выборка грунта на 50 сантиметров. Все отсыпано песком, который будет являться подушкой. Фундамент будет плита монолитная, железобетонная. Дом размером 10 на 12, который вмещает в себя будет 3 спальни по 12 квадратных метров. Гостиная 42 квадрата и гараж внутри теплого контура. Ширина дороги 12 метров. Здесь грунт будет выбираться на 40 сантиметров и все засыпаться песочно-гравийной смесью. Здесь оставлено 1,5 метра до забора, это будет зеленый газон. В данном проекте у нас есть готовые дома, которые вы можете купить под сельскую ипотеку под 3%. А также у нас открыто ИП, и вы можете под 6% взять этот дом в семейную ипотеку, если у вас есть дети. И также мы работаем с траншевой ипотекой под 8%. Если вы подпишете кредитный договор сейчас, то уже завтра мы можем приступить к строительству дома вашей мечты по траншевой ипотеке. Пятикамерные стеклопакеты, карнизы, зашитые металлическими софитами, перспектива второго этажа, идеально запиленные углы и двойное утепление потолка. Толстые двери с терморазрывом. И еще одно интересное решение. Тут двойное утепление плиты. Смотрите, 10 сантиметров пеноплекса. А самое главное, это цена дома 5800. И у вас останется еще 200 тысяч сдача на мебель. Мы в строительстве уже с 2013 года, и у нас достаточно много реализованных проектов. А еще интересная информация для застройщиков. Мы привлекаем тех ребят, которые строят в частном порядке. У нас есть в продаже 27 участков с центральной водой. Главное самое со светом и с центральной канализацией. Вы можете вместе с нами поучаствовать в строительстве данного коттеджного поселка.